Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Борсук Олег Михайлович, Республика Адыгея, город Майкоп. Ребята, в этом клипе я расскажу вам про свой двойной зуб и расскажу, как он работает и вообще работает ли без зуба камин или мангал. Многие задают вопрос, будет ли работать камин или мангал без двойного зуба. Я вам отвечу прямо, будет работать без двойного зуба. Но здесь вы очень рискуете попасть на неправильную сборку. С двойным зубом у людей получается собрать мангал или камин с ракетной тягой с первого раза. Также есть у меня проекты, и все мои проекты именно с двойным зубом. Ну а теперь, что же делает непосредственно двойной зуб, ну или в частности второй зуб? Для чего эта конструкция нужна и какую функцию он выполняет? Ну, его основная задача – задать импульс для, и направление дыма к дымоходу. Сейчас вы видите, у меня двойной зуб уже практически сформирован. Вторая часть еще не выложена на раствор. То есть будут еще спиливаться кирпичи и выходить на сечение дымохода. Данная конструкция дает гарантию того, что дым у вас будет идти в нужном направлении. Это уже проверено сотнями моих подписчиков. Этому доказательство есть плейлист, где мои подписчики с радостью предоставили свои видеоролики, где гордятся тем, что у них с первого раза получилась ракетная тяга. Когда костер горит, он выделяет продукты горения, дым. Этот дым поднимается вверх. Поднимаясь вверх, он должен пройти в дымоход. И вот здесь вот у многих возникает проблема. Кстати, и у профессиональных печников также эта проблема возникает. Из-за того, что принято считать, что труба вытягивает дым, очень многие люди совершают целый каскад ошибок, которые, конечно, приводят к тому, что камин у них дымит. Ну, или мангал, я буду уже камином называть. Двойной зуб – это технология, это комплекс мер, которые надо применять при сборке конструкции. Сюда входит наличие приточного канала, и аэродинамическая конструкция, и сечение дымохода, и отсутствие сквозняков. В общем, все эти нюансы надо знать. Также надо знать, как правильно собирать конструкцию, чтобы она не лопнула в процессе эксплуатации, как устанавливать дно в мангале, как формировать дымосборник, как рассчитать сечение дымохода. В общем, много еще чего должен знать печник, прежде чем приступать к такой работе. Но сразу вам скажу, что данная технология присутствует в моих 3D-проектах. 3D-проект от Михайловича – это и есть технология, правильная технология. Что такое двойной зуб? Двойной зуб, как спойлер в спортивном каре, это Феррари. Будет ли Феррари ездить без аэродинамического спойлера? Будет, конечно. Будет ли машина ездить на лысой резине? Будет. Ну, так далее можно приводить примеры. Да? Вот уже раз начали говорить о автомобилях, это как простая резина и шипованная резина. И также, как у гоночных автомобилей, наличие аэродинамического спойлера. То есть при высоких скоростях спойлер начинает работать. Двойной зуб работает на любых скоростях. Хоть маленькое количество дыма, эффект Куанда, законы физики срабатывают, и весь дым идет в направлении дымохода. Так что, друзья, конечно, да, будет работать камин и без зуба. Но как он будет работать, тут уже воля случая, будем так говорить. Но вот именно двойной зуб, он начинает, он берет под свой контроль дым с самого начала. Чем ниже вы его начнете, тем эффективнее будет он работать. Самое сложное, наверное, при строительстве или сборке второго зуба, это установить первый вот так кирпич под таким градусом. То есть вы запиливаете. Градус вы замеряете на месте, сколько надо спиливать. То есть собираете вот такую заднюю стенку. Ну, может, она у вас из облицовочного кирпича будет, это не важно. Позиционируйте кирпичи с таким расчетом, чтобы у вас вышло 2,5 кирпича в длину.
Здесь еще будет треугольничек срезанный стоять. То есть, и делаете вот такие подпорки. Вот так кирпичи выставляете. Кирпич имеет опирание здесь и здесь. Потом, когда вот это все ряд выложите, сюда еще устанавливаете кирпич, для того, чтобы вот этот кирпич имел опирание на ту стенку. И будет он здесь вот опираться. И на вот этот кирпич, который вы поставите сюда, будет вот здесь стоять. Какие там будут кирпичики, это вы уже на месте узнаете. Может, вот такие придется спиливать там. В общем, подгоните по месту. То есть первый кирпич позиционируйте. Можете с перевязкой делать, с тычком. Можете прямо вот так вот друг против друга ставить. Это уже не принципиально. Главная его задача — затянуть весь дым и огонь на себя. То есть аэродинамический спойлер, будем так говорить, задает вектор направления для дымовых газов непосредственно в сам дымоход. Так вот, первый ряд почти готов. Осталось еще вот сюда поставить кирпич. Но его я буду ставить уже, когда будет сформирован второй ряд. И от него уже нарисую, как его спиливать, какой он будет формы. Значит, сейчас кирпичи у меня застывают. Сразу скажу вам, что сюда я добавил в терракот 2 мастерка цемента на пол ведра вот такого раствора. Здесь у меня кирпич стоит. В общем, все, теперь он застывает. На это надо или день уйдет, или можно аккуратно и сейчас собирать. Также с перевязкой вы ставите. Ну, у меня сейчас технологический перерыв. Когда высохнет, вы можете смело устанавливать второй ряд и потом половинки срезаете. У вас будет полностью аэродинамическая конструкция. Сейчас я это все вытираю. Все проверяете по уровню, вот так прикладываете, чтобы у вас все кирпичи были в одной плоскости. Старайтесь, не спешите, и все у вас получится. На простом примере я покажу вам, как важно рассчитать правильный угол атаки. То есть, если будет расчет неправильный, то будет вот так работать. Видно, сплошные зоны турбулентности, да, никакого направления движения нету. Но если вы сделаете правильный угол атаки, то мы получим уже подконтрольное поведение газов, ну и вообще жидкости. То есть угол атаки — это вот что я имею в виду. Под правильным углом вы создаете вот такой вихревой поток. То есть это уже идет контролируемый выход дымовых газов. Также работает и двойной зуб. Либо вы его делаете под правильным углом, вот, и он получает импульс, горячий воздух получает импульс в этом моменте. Либо же вы его делаете слишком вот таким горизонтальным, и он убивает весь импульс. То есть двойной зуб — это комплексный подход к технологии ракетной тяги. Аэродинамический спойлер. Что вот вы видели пример. До сих пор еще идет поступательное вращательное движение жидкости. По приобретению проектов пишите на мою почту или в WhatsApp, Viber. Друзья, порядовки состоят из 3 основных файлов. Это порядовка, непосредственно вся конструкция по слоям сфотографирована. 2 файл — это посчитано все количество кирпичей, а на облицовку — огнеупорные и забутовочные. Также указаны размеры чугунного литья. И 3 файл — это полностью вся конструкция, собрана в 3D программе SketchUp. SketchUp я даю в подарок к проектам. Также есть 2 видео урока, как настроить SketchUp и как работать с проектом. И бонусом идет мой
моя видеоинструкция, как работать с данным проектом. Каждому проекту идет своя собственная видеоинструкция. Так что, друзья, экспоцентр, кто хочет посетить, пожалуйста, мастер-класс мой с 11 часов, с 26 февраля. Будет интересно, приезжайте. Не забывайте зарегистрироваться на сайте экспоцентр Краснодар, и вы получите бесплатный билет. Ну, я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам всем удачи в труде, здоровья и до новых встреч на моем канале в моих новых видеороликах. Всем пока!